45 минут он хочет трахнуть моего папашу. Пиздец. Просто пиздец. Что ты высказал? По мнению Димаса, вокруг лишь только батни. Вокруг твоей карьеры, Дима, кружат стервятники. На моем серве обход отчеты перед мэрией. Напомни, Дима, что было в 55-й серии. Покупаю лимузин, ты строишь его в майне. Покупаю телефон, рычишь на него в тайне. Покупаю домик, скажу спасибо маме. Сколько я потратил, Дима, посчитай мне. Я ему только модели, Димочка нам клялся. И вообще он с Юлечкой только целовался. Сонечка не выглядит, как модель из папки. А мой папка выглядит, как модель из папки. Глаза на мокром месте, ты прости за слезы. Зрение портит не очки, а твои видосы. Я покупаю Nike, сумма была утвоена. Дима скринем пукнул, рухнул курс биткоина. Медиа без вакуума понравилась маме. У Димы есть вакуум, папки с друзьями. Игорь не страхнул маму, чтобы сексу научиться. Ты чего не сон, блядь, старый, тебе, блядь, пора лечиться. Маму Дима не топтай, как прошло зачатие. Мама Диму родила через рукопожатие. В лиге тупизма ты был бы главным. Ты не в СМИ, блядь, думал, что я там был главным. Я ходил к психологу, был у диетолога. Дима в это время пересоздавал двигатель внутреннего сгорания. Ибо нахуй нужны все эти ученые. Можно же самому все сделать. Не нужно бояться рептилоидов, потому что я рептилоид. Я на грани балансирую. Твою тёлку аннексирую. Почему ты терпишь? Нужно быть позлее. Раз ты такой смелый, может, сам убьёшь Кощея. Но мы ВКонтактике разбираем тактики. У кого в рекламе замешаны ватники. Твоя на дебащам, респитану соратники. Хаймарцы и флаги строим в Майнкрафте. Когда светил фонарик, вот же был дебил. Тогда я, блядь, светил, чтобы ты сейчас не светил. А если б ты подумал, может быть, и меньше вякал. Угадать несложно, из-за чего тогда заплакал. Не нужно много ума, чтобы знать, как у тебя дела.